Эрнест Сеттон Томпсон известен всему миру как писатель-натуралист и художник. Горячая любовь к природе привела его на путь ученого, а впоследствии художника и писателя-анималиста. Писатель вел насыщенную жизнь, кочуя по прериям. Его неизбежно тянуло к канадским и американским охотникам, фермерам, индейцам, а главное к животным. Первые его сборники рассказов были удостоены высших наград, присуждаемые за научные труды в Америке. Писатель в своих произведениях не ограничивался лишь одним чувством восторга от окружающей природы. Его рассказы были полны боли о трагических судьбах четвероногих и пернатых. В других своих рассказах он с горечью и неприязнью рассказывает о бесчеловечном истреблении животных жестокими людьми. В следующих своих произведениях он противоставлял бездушным людям тех, кто не был испорчен корыстными целями. Сеттон Томпсон был не только интересным писателем, но и художником. Он с натуры рисовал зверей и птиц, передавая не только их внешний вид, но и характер. Этими рисунками сейчас иллюстрированы многие издания его книг. Сеттон Томпсон был убежден, что каждое животное – это драгоценное наследие, которое люди не вправе уничтожать и мучить.